Всем большой привет, канал Багрус, это наш новичок. Ну что, продолжаем прохождение Ghost Warrior Contract 2. Так, осталось, грубо говоря, у нас две миссии, да? Что тут? Устранить мясника нам и украсть телефон ученого. Ну, я так думаю, оно все в одном месте здесь находится. Все мы уже прошли, почистили. Не очень так прямо что-то гладко. Были косяки, игра тоже и глючила. Я тоже и глючил, все нормально, но мы... А нам это все пишнишняк. Пошли, короче, дальше. Смотри, что здесь уже отметка какая-то есть. Начало было, пошли. Начало здесь положено. Вот они все отметочки есть. Ничего сложного. Давай, чувак. Тут даже сразу, мне кажется, можно было этого мясника и вальнуть. Тут 600 метров стоит. После загрузки. И он там стал. Короче, меня сразу палят, как обычно, потому что я не стал выходить и переэтывать винтовку, как его сказать. Интересно, отсюда я достану чувака. Менять винтовки на винтовки глушитель. Потому что если я поменяю глушитель, вот эти все задания, они у меня заново появятся. А поэтому я, не выходя из миссии, продолжил уже, думаю. Поэтому у меня все как бы так, ну, не гладенько получалось, потому что у меня после каждого выстрела палят. Вот и вся разница. Вот даже мне интересно, отсюда пистолет достанет. Да навряд ли. Давайте попробовать, охота. Достал, ни хрена себе. Достал. И я в счет палил. Опа. А вот и снайпер появился. Так. А чё, у меня вход только один, да? Давай, чувак. Тихо, 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 тихо. Вот снайпера я-то и не видел. Где это говно? Вон оно. Все, а снайпера мы... Так, теперь он там нам надо. О-оу. Тихо. Подожди, давай, перезарядимся. Все нормально. Мы сейчас будем делать... О! Интересно мне, знаете что? А, во-первых, я хотел вон ту хрень сничтожить. Чтобы она остановилась, и я смог бы... О-оу. Тихо. Смог бы спокойненько заняться отметкой. Так, позиция здесь какая? Только это, да? Больше нету ничего? Да, походу я пошел по самому трудному пути. Ну что? Будем потихоньку. Мы что, спешим, что ли? Тырык-тырык-тырык. Оп. Сейчас у меня отметочки идут, попытаюсь отметить, ну, уж как получится. Правильно я говорю? Кстати, он там, падла, ходит. Блядская... Этого мясника я мог, по идее, уже раз 15 завалить. Вон он типа там встал, я уже могу его. Вот и все. Нет, да, конечно. Цель устранена. Замерз, но все пошло не так гладко. Вряд ли по нему, не успел я прочитать. Как и всегда, жду отчета с точки эвакуации. Я хотел вообще его взрывом выполнить контракт. Нет, я ж, конечно, я так просто не уйду. Вы чё, серьезно, что ли? Ребята. Папа-ту. Я хотел вон там взорвать, ну да ладно. Будем потихонечку вот так убирать. Потихоньку выходи. Дружище, кто там? Ты тоже. Эти дрожащий чувак. Ой, дерьмовщина, трояновская игра, блин.
Как можно было не доделать, а? Смотрите, вот тут вон они, вот они собрались, тут такие все на лабутенах. Сейчас мы обсмотрим, они ко мне не могут попасть. Это там снизу кряхтят, стреляют. Ну это я так показательно решил, да, пройти эту. Хрень и забыть. А он не броневик побежал? Кто, скорее всего, может быть? Не вовремя я, как обычно. Чё там? Блять. Ух ты, там кто-то прям еще с этого, что ли? Ракеты? Ух ты! Сбил мне весь прицел. Так, кто-то меня выкупил. Вот они, кто там? Вот они. Это кто? Вон он. Падла. Ну, держи. Вот она к тебе летит. Вертолеты тоже, кажется, взрываются. Так, теперь он там, да, у нас еще типок. Интересно, отсюда попаду. Так, чуть надо меньше. О, я ж забыл, у меня ж есть бронебойный. Ну, держи. Последнюю пульку себе, черепок. Ты ешь или пули глотаешь? Все, готовченко. Ну, а теперь нам что надо? Надо обратно поменять патроны. Посмотри, какая шляпа по мне стреляет. Привет, чувачила. Ну, наверное, сейчас будем прощаться с тобой. Да, и пока. Ты там случайно нет? Мне нужен минометчик, кто там сидит. Просто я не пойму, откуда он стреляет. Слышите? А если я встану? Он ляжет у меня, не? Так, подождите, знаете, что я сделал? Еще вот здесь сделал, во-первых, здесь все чисто. Ну-ка, я. О, вот он ты, чувак, да? А сколько до тебя? Интересно, достану, нет? Кто ты? Ля побежал, ля. Че, еще скажите, что с задов меня обойдете. Ну ладно. Тут вроде все чисто. Ну, я знаю такие дела. Сейчас как выбегут, как побегут по закоулочкам. Ну-ка по карте посмотрим, что он тут. Неохота из-за одного говна погибать. И я вот лишь бы мне вот это вот сейчас. Так, гранаты со мной, со мной. Давайте еще раз глянем. Вот оно. Вон оно. Сейчас мы его уберем. Отсычка, такой тык-тык. Блять. Сука, промазал. На тебе говнище. Свинца похавать.
Так, еще там кто-то есть. Видите? Где-то там, да, тоже. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Ни хрена себе мне тут пригласительный билетик. А как так? Откуда он? Откуда-то оттуда. Это мне не очень нравится. Ладно, побежали. Ты бегать умеешь? Давай-давай, подбирать. Я же совсем забыл. Что надо подзапастись патрончиками? Смотри, попал, падла. Где ж они? Ну, полюбасу откуда-то оттуда валит. Там не достает. Неужели оттуда? Да хорош ты орешь! Ни хрена себе, я его не отметил. Случайно успел. Так, тут боеприпасы. Откуда ж эта падла взялась? Вот она. Это ты, не ты? Падла. О, там еще один идет. Вы откуда, чувачки? Вы подмога или что? Блять, какой. Сука. Давай, перезарядись. Откуда вы, говнище, а? Тут никого нету подо мной, случайно. Хм. Дайте-ка я вот этот ствольчик возьму. Ладно, берем, короче, боеприпасы. Я просто не хотелось вот здесь брать раньше времени боеприпасы. Ну а что делать? Все. Нет, не полный, не 50 у меня патронов. Так, ладно, пойдем. Это тело ж надо подобрать. Я так. Оу. Так, где здесь? Куда? Чего? Вниз? Чувак, ты вообще не бегун, да, ни разу? Так, придется вам по тому мостику. Не забываем. Так, патрончики взяли для снайперки. Сейчас вон того побежим, поднимем. Нам запас спины не толкает, правильно? Пойдем теперь мясника найдем. О, тут еще одно тело лежит.
Так, мясника же там где-то грохнул, как вы думаете? Я уже что-то... Так, я откуда поли... Ты, хуйс... взялись чувачки, блин, вы меня нервируете. Так, как этот снизу? А это что-то там снизу. Блин, чуваки, а если мы вот так сделаем, как вам? Не прошутил. А вот так, смотрите, попал, прикиньте, попал. А как он снизу мог меня попасть? Вот это что-то. Как-то кто там стреляет, не пойму. А, вон еще. Блять. Все, я тебя нашел, уже легче жить. Вон там кто-то, и вот тут сейчас мы. Я его куканул. Там в том дупле сидит кто-то. Так, этого убрали. Так, осталось вот это говно. Бля, где ты? Говнище. В нашем деле главное не нарваться. Да, уже сохранение есть, отлично. Так, кстати, тут нету. О, есть, вижу. Вижу. Берем. Спасибо, чувак, что-то есть здесь. Взяли камуфляжик. Теперь мы идем к вам. Где ты? А где он? Он где-то там сидит, непонятно где, блин. В херне в какой-то. Да, теперь и погибать не страшно. То есть заново ничего не придется проходить. Пошли. Я не удивлюсь, что это опять глюки игры. Но где она? Это чудо-юдо. Вот где-то тут внизу. Ну, я здесь был, да, получается? Или мне надо туда спрыгнуть? Чтобы так вот... Ну, я же здесь был. Где оно? Вот оно где-то там. А как это там попасть? Короче, пошло оно в жопу. Ой, блин, игрулька, блин. Тормозная. Так, я здесь возле вертолета этого, кажется, завалил. Так, ты что? Сохранение недоступно. Где этот, мать его, мясник? Мне ж надо что-то взять у него, как вы думаете? По картинке ничего не показывает. Где этот? Тут у нас остается последнее задание. Ну, давай, поищу.
Вот это. Вот где-то здесь должен быть и мясник, да? По ходу пьесы. Вот он. Здорово, мясник. Что? Что-то ничего не дало. Какой-то ты не мясник. Смотрит что-то. Так, давайте посмотрим на задание. А, все, вон, устраните мясника, задание сделано. Ну и хорошечно. Так, что здесь еще? Мы как по привычке. Сейчас я посмотрю здесь что да как. Патронов ничего нету. Пойдем, дойдем до следующего задания. О, турели, как обычно, беспонтовые. Которые подходи просто и отключай, которые ни хрена тебя не видят. Повернулась, край. Ой, кошмар. Ой, что я опять говорю? Да, ё-моё, да потому что по-фуфельному все придумали вообще. Такая детская миссия. Так, где я нахожусь вообще? Куда я... А, я уже пошел, походу... Походу, я уже пошел на следующую миссию. Вышка слишком далеко. Турели отключили, я даже их здесь и не видел, что они тут есть. Так, а туда, если пойти... Ну все, тут вот этот непонятно где, где-то в бункере закопал. Следующая у нас цель вот эта. Следующая цель у нас будет, это как раз таки вот это, украдите телефон ученого последняя. Ну как-то так, давайте я на этом буду заканчивать, уже на следующую миссию начнем. Все, все мы миссии сделали, короче, ну к концу, конечно, получше пошло. Я везде палился, это я потом понял почему, потому что у меня снайперская винтовка без глушителя. Я сначала изначально не поставил, думал, она у меня с глушителем стоит, она у меня с пламя-гасителем стоит. Но чтобы поменять, если я выйду из игры, у меня все вот эти квадратики, вот эти вот все вот такие вот квадратики обратно появятся. Ну это получится мне как будто заново проходить, а я не хочу это делать, я прохожу вот так вот. Ну, проходим на PlayStation 5 версию четверочную, потому что пятерочную версию мне надо было проходить всю игру заново, чего я не захотел делать, потому что эта игра того не стоит. Все, всем удачи, хорошего настроения, канал Багрос Леонид Шнычок, подписываемся, ставим лайки, не стесняемся. Всем удачи, хорошего настроения еще раз. Пока-пока, увидимся в следующих видосах. Чао!